начале декабря 1978 года в Москву по приглашению Центрального комитета КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Советского правительства с официальным дружественным визитом прибыл генеральный секретарь ЦК Народно-демократической партии Афганистана, председатель Революционного совета, премьер-министр Демократической Республики Афганистан Нур-Мухаммед Тараки. Высокого гостя тепло приветствовали генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев, член Политбюро ЦК КПСС, председатель Совета Министров СССР Косыгин, член Политбюро ЦК КПСС, министр иностранных дел СССР Громыко, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС Пономарев, другие официальные лица. На летном поле был выстроен почетный караул представителей трех видов вооруженных сил СССР. В результате победы в Афганистане Народной апрельской революции и образования Демократической Республики Афганистан создались качественно новые благоприятные возможности для дальнейшего развития и укрепления между двумя странами отношений дружбы и плодотворного сотрудничества. Первой признала новый демократический строй в Афганистане страна Советов. В Кремле генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев принял генерального секретаря ЦК Народно-демократической партии Афганистана, председателя Революционного Совета, премьер-министра Демократической Республики Афганистан Нур-Мухаммеда Тараки. Советско-афганские переговоры вели с советской стороны товарищи Брежнев, Косыгин, Громыко, Пономарев и другие официальные лица. С афганской стороны товарищи Нур-Мухаммед Тараки, Хафизулла Амин и другие государственные деятели. В ходе переговоров, проходивших в атмосфере сердечности, дружбы и взаимопонимания, состоялся обстоятельный и конструктивный обмен мнениями по вопросам советско-афганских отношений, а также по некоторым актуальным международным проблемам, представляющим взаимный интерес. В центре Москвы, на Красной площади, есть место, дорогое для всех людей мира. Товарищ Нур-Мухаммед Тараки возложил венок к мавзолею Владимира Ильича Ленина, основателя Коммунистической партии и Советского государства. Здесь, в Кремле, рабочий кабинет и квартира великого вождя. Со своими думами и надеждами, за помощью, за советом, шли сюда посланцы народов. В этих стенах их внимательно выслушивал Ленин. Отсюда он руководил деятельностью Коммунистической партии, обороной молодого советского государства, социалистическим строительством. В
выдающуюся роль сыграл Владимир Ильич Ленин в установлении дружественных советско-афганских отношений. В 1919 году, принимая первую афганскую чрезвычайную миссию, Ленин передал правительству Афганистана, что советская Россия горячо поддерживает борьбу народов Востока за свою независимость. Он говорил, что высоко ценит дружественный акт афганского правительства, которое первым признало правительство советской России. Ленин. С его именем неразрывно связано важнейшее событие 20-го столетия – Великая Октябрьская социалистическая революция. Она открыла новую эру в истории человечества – эру торжества социализма и коммунизма. Под руководством коммунистической партии рабочий класс в союзе с крестьянской беднотой при поддержке солдат и матросов свергнул власть буржуазии и установил власть советов. Товарищ Нурмухамед Тараки посетил музей революции СССР. Экспонаты музея рассказывают, в каких трудных условиях приступал советский народ к строительству новой жизни. Знаменательно, что уже на второй день после установления советской власти Ленин обратился ко всем воевавшим народам и их правительствам с предложением заключить мир. Другой декрет советской власти – декрет о земле, по которому вся земля передавалась в безвозмездное пользование трудящимся. «Никогда не победят того народа, – говорил Ленин, – в котором рабочие и крестьяне в большинстве своем узнали, почувствовали и увидели, что они отстаивают свою советскую власть, власть трудящихся». Против молодой республики Советов империализм бросил все силы. В ожесточенных боях народ отстоял свои завоевания. Товарищи Нурмухамеда Тараки радушно принимали ветераны партии, вместе со всей страной, прошедшие путь трудностей и побед. У людей, посвятивших себя борьбе за счастье трудового народа, много общих интересов. Товарищу Тараки была вручена памятная медаль. Как живое сердце бьется вечный огонь на могиле неизвестного солдата. 1418 дней и ночей самоотверженно сражался советский народ против немецкого фашизма во время Второй мировой войны. 20 миллионов жизней было отдано во имя справедливого мира на земле. Вечная слава героям, спасшим человечество от фашистского ига.